Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру криптомонеты Tron, друзья. Это высокодоходные инвестиции. Не забываем о рисках. Любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Участников почти 3000 человек. Работает 2 дня. Тут уже выплаты. Ежедневно начисление 50%. И здесь последние 20 пополнений. Последние 20 выплат. Вот. Вот мой вывод, ребятки, я выводила сегодня. 7. Вот мой логин. Я выводила вот эту вот сумму. Бонус дают при регистрации 3 монеты нам. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль, если кого заинтересует. И вход по имейлу и паролю. Войдем в аккаунт. Значит, бонус, как я сказала, 3 монеты. Я депонировала сюда 5 монет. Рискнула. Итого у меня 8 монет. Значит, в сутки 50%. Ежедневное начисление у меня 4 монеты идет. И каждый час 0.17 криптомонет. Здесь собрать доход. Баланс у меня по нулям. И вот буквально несколько минут, минуту, может, минут 2 назад я вывела, как бы, свои монетки. Значит, это вклад, домашняя страничка. Здесь увеличить доход, минимальный депозит здесь от 3 монет. Выплатить. Это вывод мой. Я вот выводила. Здесь как бы она округлена. Сумма, выплата будет доступна через 2 часа. Как бы, да? 7.11 выплачено. И идем на TronBlink. Вот мои монетки, мой вывод. 7.11. 6,5 монеток я вывела. Платит инстантом сразу. Так, маркетинг. Стартовал он 5 числа 50%. Размер вклада от 3 до 1000. Ну, срок вклада на год, то есть бессрочно. Год он никак не отработает. Минимальная выплата от 1 монеты. И ожидание выплаты от минуты до 24 часов. Бонус новым пользователям 3 монеты. И здесь обязательное пополнение есть, ребятки. 3 монеты. Так что смотрите сами. Это высокодоходные инвестиции, повторяю. И все, что связано с инвестициями в интернете, это риск. Также есть бонус. Бонус удается каждые 3 часа. Здесь будет баннер. Кликайте по баннеру. Возвращайтесь. Появится вкладочка «Получить бонус». Я бонус уже получила. Вот мой логин. И мне дали 0.01 монетку. А кому-то вообще по нулям. Вот. Ну ладно. Вкладочка «Рефералы». Находится реферальная ссылочка. В настройках, друзья, прежде чем выводить, нужно прописать кошелек, куда будете выводить монетки. Прописываете, сохранить реквизиты. Реквизиты сохраняются, все. Ну и здесь главное, есть служба поддержки Telegram, аккаунт, ну и выход. Клику аккаунт. Вот это вот. Ну и все, в принципе, что здесь уже показать, рассказать. Вывод я вам показала. Кому интересно, работайте, пробуйте, рискуйте. Ну, неинтересно, друзья, пройдите мимо. Благодарю всех за просмотр. Всем удачи, всем пока.